Аэроэкспресс – контора до сего времени монополист в сфере массовых перевозок в аэропорты Москвы. Скоро будет вынужден подвинуться. А де-факто наконец-то перестанет существовать маршрут Аэроэкспресса в аэропорт Внуково. Да, год билась в конвульсиях стюардесса. Ну, чуть меньше года с момента запуска станции метро «Аэропорт Внуково». Предрекали смерть этого маршрута Аэроэкспресса уже много лет, с того момента, как началось строительство метро. Был слишком очевидным тот факт, что метро оттянет на себя почти весь пассажиропоток, ввиду элементарного удобства, отсутствия лишних пересадок и отсутствия необходимости переплачивать за билет на тот же Аэроэкспресс. Ценники же на их билеты были далекими от адекватности. Работа компании на этом маршруте началась в 2008 году, и за эти 16 лет, согласно их же статистике, они перевезли более 30 миллионов пассажиров. Много это или мало, судите сами. Но в абсолютных цифрах за 16 лет в сравнении с метро... Впрочем, Аэроэкспресс всегда отпугивал своими ценами. В последние годы на маршруте ходили ласточки, арендованные компанией УРЖД, точнее, одной из ее дочек. И после пуска метро заполняемость была непостоянной, и чаще возили воздух, чем пассажиров, что и неудивительно. Согласно информации от Аэроэкспресс, работа их маршрута закончится 1 августа, а следом за ними обслуживание этого маршрута возьмет на себя ЦППК со своим подвижным составом. Грустить или радоваться этому событию пусть каждый решает сам, но очевидно, что конкурировать с метро всегда очень трудно.